В сегодняшнем выпуске Resident Evil Voice. Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы продолжаем с вами играть в Resident Evil 8 Village, и у нас с вами ритуал, который вот-вот совершится, и мы станем причиной этому свершению. Мы с вами в прошлой серии понасобирали кучу секретов. Я знаю, что, судя по комментариям, я пропустил какую-то там рукоятку мега-секретную. Что за нафиг? Что происходит? Вы набомбили, некоторые из вас. Я обожаю вас, если честно. Очень сильно люблю вас за то, что вы посмотрели уже все прохождения, прочитали уже все секреты во всех гайдах. И почему-то думаете, что все должны это знать теперь. Вот, но я понимаю. Я бы тоже такой, дай вот же секрет, ты что-то заметил-то. Или не секрет, а там, не знаю, предмет. Неважно, короче, вот мы здесь, гора Рашмор. Своеобразная. А вот это то самое место... Со знаком Амбреллы. Мы войдем в бункер сейчас, да, судя по всему? Чаша гиганта. А для чего здесь все устроено вот таким вот образом? Я не понимаю, зачем эти загадки? Зачем эти механизмы? Куда? Куда? Ой-ой-ой-ой. Блин, это ловушка? О, нет. Что за мост? Почему там мост, а я вниз? Так должно быть? Почему у меня какое-то сраное подземелье? О, нет, о, нет. А, ну это не подземелье. Все будет хорошо. Будь Кисберг. Спокоен, Итан. Ха! Давай уже, двигай через мост. Что ж, сохраняемся. И сейчас будет битва тысячелетия, походу. Почему-то, вот из-за того, что он такой самый борзый, самый разумный на вид среди них всех. Кстати, это та дамба, плотина. Итан Уинтерс. Входи. Не думал, что ты справишься с Донной и Моро. Но тебе в Америке пришлось еще хуже, ведь так? Ты мне нравишься. А Димитреску? Я хочу поговорить с тобой о Розе и Миране. Да давай. Же. Не танк? Бойся. Это не ловушка. Что ты задумал? Ну, если сказал, что это не ловушка, я, в принципе, верю почему-то ему. Он похож на того, кто играет честно. Ну, в своей какой-то там честности, личной морали. В конце концов, он тогда дал нам убежать. Странно, почему он Димитреску не упомянул. Сразу смотрим. Да, мы здесь все обыскали. Нам сюда. Оу, щит. Так, это единственное, да, вход? Нет, тут еще одна дверь есть. Здесь закрыто, понятно. Ты ведь без монстров всяких будешь, да, здесь? Ты один со мной будешь сражаться? Будет очень позорно, если он в итоге прибегнет к помощи своих... Этих... Как называют? Оборотней, да? Оборотни здесь, не зомби. Это, кстати, необычно для Резика, что теперь тут не зомби, а оборотни. Как-то освежает, что ли. Что это здесь? Ничего здесь. Мы что-то здесь не нашли. Мы здесь... Стоп, мы здесь все нашли. Захрен мы сюда пришли. Тут, в принципе, ничего нету из предметов. Я могу не думать даже об этом. Но есть вот этот... Твою мать. Ага. Мия. Крис. Правда, глаза колют? Так и знал. Ты хочешь убить меня, как и всех, а потом пойти спасать Розу, да? Я верну свою дочь. Да нет. Ты крепко ошибся. Сука, что за... Завали его!
Прости, что вспомнил. А кто там? Кто там с бензопилой? Ты присядь. Ты же меня столкнешь. Слушай, ты же меня столкнешь вниз. Ты часть игры. Да о чем ты говоришь? Может, хватит игр? Ну-ка, сядь, сказал! Мисс Гигантская Сука. Стрёмная куколка. И водяной дебил. Еще не усёк. Это тест. Достоин ли ты занять место в семейке Миран? Я вообще не хочу быть в семье Миран. Как будто я хочу, но так вышло. Я следующий, да? То есть я мертв, а ты на коне? А хер вам! Да я срать хотел на твои личные проблемы. Я просто хочу спасти Розу. Я тоже. Ты хоть понимаешь, сколько силы в этом ребенке? Даже Миранда боится. Последний раз! Заткни еще рот! Меня сейчас туда скинут. Ты и я, Итан. Мы вместе спасем Розу. Из нее уже точно сотрем Миранду в порошок. Слышь ты, мудак, моя дочь не оружие. Ты зря. Лучше не проверять, что там внизу. А я бы рискнул. Зачем? Это за себя говорит. Блин. Я не хотел проверять. Что за диалог? Что это? Он ему все отрезал. Руки. Это просто ходячий пропеллер. Беги! Сука! Оп! А, щит! А! Куда? Куда? Сюда? Пожалуйста. Нельзя сражаться. Нет смысла сражаться. Тупик. Просто бегим. Бегим! Стоп! Сюда. Вниз! Чтоб тебя! Ух, хорошо. Все будет окей. Все будет окей. Мы выжили. Ну, таким образом мы, получается, отвязались от Гейзенберга. И теперь можем действовать самостоятельно. Без его манипуляций. Опа, оно здесь. Ржавые обломки, кстати, мы можем что-нибудь скрафтить? А, пуля для снайперки? Не, пока ничего не можем. Тварина придет сейчас. Нам даже нет, нечем сражаться с ним. Только если гранатами закидывать. Наверное, да, только это мы можем. Можем? У нас сколько вообще гранат? У нас их 3 и все. Еще есть фугасный снаряд. Отлично. Что? Нет. И вы здесь. Что это? Так. А что это у них? Ночное видение? Оп! Побежали, побежали. Все. Я так прошел среди них, как, знаете, среди репортеров без комментариев. Это как бы сработало. Отлично. Так, открыть. Пожалуйста. Быстрей. Ползи, ползи, ползи. В жопу их. Есть. Вау, вообще в темень ползем. Ебанутое место. Надо подняться наверх. Мы уже на улице? Где мы? Стоп. Почему этого не было видно? Это реально не на улице, по-моему. Походу, да, это... Да, это пещера. Офигеть. Вообще очень красивая картинка. А зачем это карусель? Это колесо обозрения своеобразное.
Зиплайн. Очень будет прикольно. Или фуникулер. О! Как ты здесь оказываешься? Входите, как? Входите. У меня всегда есть на вид. Просто мне даже интересно. Мне даже просто интересно. Мне просто даже очень любопытно. Как ты среагируешь? О! Он отреагировал, есть. Понравилось, да? Ты что-нибудь скажешь? Он не сдох. Здрасте. Как бабка. Он такой же, как бабка. Я добыл для вас новые товары, мистер Уинтерс. Оу, хорошо. Что это, ты можешь что-нибудь приготовить мне? Хрена с два. Но, может быть, новые товары. Опа. Мы еще можем дальше совершенствоваться. А что за товары? Дополнительный груз. Да меня же где... Охренеть! Охренеть! Вот этот товар мне очень хочется заполучить. 180 тысяч. Блин, он, наверное, просто решетит. Не обращайте внимания. Погоди, а что мы можем... Вообще, мы можем накопить? Мы бы могли продать что-то и получить. Да, если бы мы продали часть оружия, мы бы смогли купить ту штуку. Но... Нет, давайте, ладно, фиг с ним. Счастливо. Покеда. Как-то жалко мне продавать оружие свое. Нет, пока что жалко продавать, извините. Что это? Нельзя использовать сейчас. Какая задача? Выберитесь с фабрики. Погодите. Красное, красное, красное. Все красное. Мы чего-то не нашли здесь. Что за МП4 материалы, что? Воу. Здрасте. Смотрите! У нас же есть шарик как раз-таки. Где? Шар. А, это здесь не сработает. Блин, а где же должно было это сработать? Отлично. Теперь у нас есть лечилка. Или нет? Надо скрафтить сначала. Погодите. А, это ловушка, да, понятно. Не ловушка, а загадка. Так, а вот сюда если пойти. Блин. А, стоп, получается, мы отсюда же никуда не пройдем. Мы только можем дальше идти, прямо. Ну, давайте. О! Мне очень нравится эта местность. Она очень красиво сделана. Слышите? Там что-то за дверью. Какой-то запирающий механизм. Явно легко ломается. Сейчас, погодите. Сейчас мы его сломаем, конечно же. А зачем? Ладно, с ними сейчас мы быстренько делаем. Ты не сдох? Короче, броня получается, да? Умирай, умирай, все. Знаете, игра внезапно поменялась, я как будто играю в другую игру какую-то уже. Что-то типа Outlast'а, Пенумбры, нет электричества, и Сомы. И Dark Souls, да. Что за... Так. Колено, колено. Все, один подох. Где? Не трогай. Господи.
Есть. Ладно, их пока по двое, это не страшно. Главное, слишком не копить их сильно. Если, допустим, будет больше четырех, хочется, конечно, не сражаться, а свалить. По 3000 какую-то мелочь набираю. Мне же много. Так, мы там все посмотрели. Здесь какой-то восклицательный знак. И он восклицает, вот он. Сюда нужно что-то вставить. Нужен шаблон какой-то. Вау. Кто там? Так, и здесь что-то нужно. А, мы как раз таки, наверное, изготовим эту штуку и сюда вставим. Мы сможем пройти. О, блин. Так, включу ему пофигу. Сколько здесь? Трое. Да сволочи. Ладно, придется. Давайте попроще с ними поступим. Раз, два. Сдохли. Ой, не сдохли. Все. Да как ты поднялся? Что это? Изучить? О, е, отмычка. Кстати, давно же их не использовал. Мы что-то их собираем, собираем, а нет никаких мест, где есть такие замки. Что? Что это? Желтый кварц. Отлично. Так. Мы еще здесь не все собрали. Тут что-то еще лежит. Порох. А, вот теперь все. Так, сначала давайте пойдем вот сюда. А, все. Проблема ясна. Вау. Что это? Кто-то ходит, я слышу. Блин, мне придется с ним сражаться. Мне придется с ним сражаться. Ёлки зеленые, не хочу. Ладно. Теперь это еще и дуб напоминает. Да, он кровит немножко. Зеленой крови какой-то. Гноистый чувак. Что мы здесь? Шаблон барельефа. Вот оно. Ну, естественно, сейчас пришло время ему вставать. А Евгений... Что ж, Тони Старк? Оп! Видал я, могу блокировать эту штуку. А! Оттолкнуть врага! Вот! Мы сразимся с ним, потому что мне нужны деньги. Есть! А? Ага. Да, не пытайся. Я съел очень много мяса. Все? Много пафоса. А толку-то? Итак, возвращаемся. Смотрите, кровь. Кровь? Она всегда здесь была? Слышу вас. Слышу вас, мрази. Так, где этот шаблон? Шаблон? А, вот же. Как-то неудобно, когда ты видишь только текст. И ты как-то не обращаешь на него внимания. Лучше бы сразу картинки показывали бы и все. То есть, если бы предметы лежали вот такими вот ячейками, я бы быстрее их находил. Так, давай, извлекись, замутись, создайся. О, осторожно, горячий. Ну, я возьму. Это полезная вещь. Так.
Что здесь? Тихо! Так. Так. Ну, дофига нужно и патронов на них всегда. Опять какие-то магические двери. Что там? Что это? А, просто механизмы. Фу, окей. А что он производит здесь? Не понимаю. Изучить. Что, какой-то ключ лошадиный. Сейчас вот здесь, да, все отмычки сопрут у меня. Типа такие разработчики. Блин, мы же только отмычек накидали в игре. Давайте их, не знаю. Что мы взяли? Что мы взяли-то? Короче, деньги, что ли? Я не понял. Я не посмотрел. Ладно. Оп. Слушайте, опять они... высасыватели патронов. Кстати, а как мы потом обратно-то вернемся? Нам придется сделать нехилый такой крюк, да, потом? А! Блин! Точно! Точно, я же... Простите. Оп! Блин, как обидно. Часы. Оп. Ай. Ай, человек плохой идет. А, еще здесь один. А. Отойди мне, дай пройти. Вот сюда, сюда. Да, блин. Хорошо, хорошо. Мне так жалко их теперь. Все, стоп. Где они идут? Так, это там сдох. Сзади нет никого. Нет никого. Вон только там остался. Раз, два, три. Окей. Окей. Блин, страшная фигня. Раз. Двое. Оп. Дайте пройти. Оттолкнуть врага. О, кстати, я ни разу этого не делал еще. Вдох. Оп! Есть. Еще и сокровище. Так, у нас с своим здоровьем-то не очень-то и хорошо как-то. Значит, у нас есть три мины. Одну зафигачим. Зафигачим. Я побольше бы зафигачил. Потом еще можно сделать шотганских. Пистолетских. Ай. Знаете, давайте пойдем сюда. Не будем рисковать. Раз. Это, по-моему, быстрее, да, двигается? Окей, я выжил. Зачем сюда приперли? Мы все здесь взяли? Только не говорите, что я что-то упустил. Я вроде ничего не упустил. Может быть, какой-нибудь монстр что-то уронил. Ну ладно, хрен с ним. Интересно, вернемся ли мы когда-нибудь в деревню? Или это все? Мы ушли навсегда. Смотрите, какая-то мастерская таинственная, заперта с другой стороны. Тут все проклято.
туда еще попадем, я уверен. Блин, жутко все это выглядит. Нет, они сейчас все оживут. Здрасте. Где мы? Мы сделали круг. Все понятно. Вот это вот, они оживут по-любому все. Так, это ломается, хорошо. Я тебя понял. Эх! Сейчас здесь посмотрим быстренько, что тут вообще. Блин, там все время куда-то можно идти. Достали меня. Слишком много возможностей. Нужна шестерня. Понятно. Таким образом мы, наверное, электричество восстановим. Мы эти звуки? Всякие пары выстреливают. О, это склад всякого добра. А вот запчасть, цилиндр. Что за цилиндр? Сюда его, что ли? Погодите. Нет, это все не работает. А колесо не работает. Погоди, а что же такое за цилиндр мы нашли? А, мы должны будем соединить с чем-то, и получится что-то очень дорогое. Так, тогда, значит, здесь. Все, вот сюда нужно идти. Не могу понять, что производит Хайзенберг. Гейзенберг, простите. Хотя не знаю, по-моему, разницы никакой нету. Это когда тебе Джейкоб называют Якоб. Но мне не нравится, когда звучит Якоб, и как-то странно. Так, как открыть эту решеточку? О, сюда никак не попасть, никак не проникнуть. Когда электричество включится, тогда она откроется, по-любому. Надо не забыть про это место. Там может быть еще одна часть цилиндра. Правильно? Правильно. Так. Мимо. Здрасте. Механический боец. Солдат, версия 1. Взял труп взрослого мужчины, удалил сердце и вставил каду. Успешная стимуляция мышц электрошоком. Мозг мертв, поэтому он лишен разума. Ходит, повинуясь инстинкту разрушения, а потом останавливается. Механический боец. Солдат, версия 1.01. Прикрепил оголовье к черепу. С электродов считываются стабильные мозговые волны. Первый эксперимент. Бой с оборотнем. Разобран на части, съеден за 3 минуты. Поражающая способность и убойная сила недостаточная. Механический боец, солдат, версия 1.10. Заменил нижнюю часть руки буром. Недостаточно энергии для эффективной маневренности. Может взять живое тело? Механический боец, солдат, версия 1.15. Установил каду реактор в грудь. Запас энергии гораздо больше. Второй эксперимент. Бой с оборотнем. Убил 3 оборотней за 1 минуту. Хороший результат, но непрочный реактор. Отключается, если уничтожить реактор. А, как раз таки тот, кого мы убили, да? Таким буром. Так, здесь у нас чемодан. Шаблон шестеренки. О, все, я понял. Мы еще пока... А, вот мы можем как раз таки... Все, открыть с этой стороны. Все открыли. Мы что-то не взяли здесь. Что-то явно здесь еще есть. Вот. Карта фабрики, детка. Посмотреть. Охренеть, здесь место еще. Вот, теперь мы, кажется, взяли все. Давайте теперь вернемся. Замутим. Блин, в ту сторону. Нет. Вы ожили? Сволочь.
Ну давай, давай, иди сюда. Иди, иди. Еще разок. Размах. Размах. Вообще нужно ждать, пока он размахнется. Четыре выстрела, и он мертвый. Отлично. Это пока один из них восстал. Там их еще кучка. Так, шаблон шестеренки. Понеслась. Все, нет. А Хайзенберг, простите, Гейзенберг знает, что я сейчас делаю. Он видит через какие-нибудь камеры наблюдения. Они все встанут. Мне их всех придется мочить. Короче, это вообще не опасный монстр. Ну давай, ну, вставляйся. Бежали. Звучит как-то неприятно, это тревожно, если честно. Ой, понесли. Какое разочарование. Я мечтал, что мы объединимся против этой сучары Миранды. А, погодите, я же блокировал. Блокировал. Я блокировал, ну перестань, все. Она блок был. Похитила меня. Ма, сделала своими детьми. Заперла нас в деревне. Мы прислуживали ей тяжкие. Нельзя недооценивать. Ты хоть понимаешь, насколько это унизительно? Сочувствую, бро. Опа. Я не такой, как сестры. Я хочу лишь рык освободиться от этой сучары. Ну, сучонка, я тебя понимаю, я тоже... Мне нужна сила. Хочу от тебя освободиться. Достаточно силы, чтобы уничтожить ее. Тихо. Ку-ку! Ку-ку! Вот плоды моих стараний. Хреново старался. Силы уничтожат слабых. Так устроен наш мир. Зря ты отверг мое предложение, Итан. Еще разок. Давай. Еще разок. Пожалуйста. Есть. Окей. Что здесь есть? Это не двери, да? Ладно, пойдемте. Блин, неужели только шотган мне тут поможет? А у меня всего-то... Блин, 13 патронов осталось. Придется пестрем работать. И его тоже маловато как-то. Здрасте. Воу. Это что-то плохое, да? Что-то опасное. Как-то у нас здоровье, кстати, нормально. Это при том, что наш чел просто сверлил. Олень. И что еще? Все. Выберитесь с фабрики. Все еще то же самое задание. Окей. Нету ничего специфического. Блин. Не заметил. Сорян. Такое место, как будто, знаете, босс-файт меня ждет сейчас. Мне ждет босс файт. А! Мам. Ладно. Пистолет, 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 пистолет. Оп! А! Блин, он закрылся. Горячись.
горячись. Да. Есть, попал. Заклинило. Стреляй. Нет, ему насрать. Сколько? Да беги, беги. Блин, красивое движение. Хорошо, видно, что отрепетировал. Ну ты сдохнешь или нет? Так, палить. Оттолкнуть врага. Да, оттолкнуть. Ну, пошел. Так. А, чем мне теперь сражаться с ним? У человека-то стало плохо внезапно. Что это? Угасные снаряды. О, а мы бы их использовать. Так. Раз, два, три, четыре и пять. Мы тут все забрали? Все забрали. Отлично, есть мина. Как раз таки против него. Сволочи. Прощайте, друзья. Ау! Подохни! Ты подохни! Я тебя умоляю! О, мы ничего не можем сделать! Вообще ничего! 10 патронов! Из меня высосали все! Это создает реальное напряжение. Эти штуки нужны, что они дают, непонятно. Может быть, на них можно толкать врагов, и они будут, да, наверняка жариться начнут. Надо будет воспользоваться, попробовать как-нибудь. Когда приедет снова технодемон. Так, а что я тут забыл? Стоп. Еще одна мина. Что-то я здесь не нашел еще, да? Не понимаю, куда я иду. Тут уже тупик. Это лестница есть. А, может быть, по лестнице пойти? Ладно, давайте сейчас к лестнице сбегаем. А, ну 100 пудов, я здесь не ходил еще. Воу! А! Черт. А этот чувак без сердца, да? Пойдем, применим эту штуку. Идешь? Идем, идем, идем. Стоп. Мы возьмем вот это. Выбрать. Так, 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 так. Аккуратненько ведем его за собой. О, хорошо, хорошо, хорошо. Блин! Ладно, еще разок. Блин, хорошо, сверлишь, молодец. Воздуху очень плохо сейчас. А так. Ты где? Мистер, сэр. Чего? Еще разок. Я же мину поставил. Ну что, вы охренели? Давайте вот так поставим, не знаю. Где? Урод! Толкай, толкай, толкай! Что-то не толкает, фига. У него сзади все. Я должен его толкнуть. Он не в ту сторону, блин, ходит.
Да вы что, охренели, что ли? Есть. А, сдох. Блин. Как по-уродски все было. Очень плохо вышло. Очень плохо. Но не всегда все мои планы обречены на успех. Не всегда. Так, не упадет ничего сейчас. It's okay. Все нормально. Есть, спасибо. Чуть-чуть хоть припасов. Так, похоже, мы все здесь взяли. Давайте не будем заниматься вот этим вот расточительством. Просто сломаем их. Так, так, так. Салют, фейерверк. Есть. Прошу, хватит. Больше никаких техномонстров. Так, что-то... Что-то тут появилось. Дайте. Дайте припасы Евгению. На самом деле такое довольно-таки размеренное сейчас прохождение получается. В плане, что я помню дома было постоянное ощущение паники. Вот с этим в доме Беневьенто, по-моему, назывался. Донна, короче. Вот там было стрёмно. Я вообще не знал, что будет сейчас происходить. Постоянно был на очке. Здесь все ясно. О! Чего? Опять мы здесь? Каким образом мы здесь оказываемся? Я вообще уже не понимаю ничего. Так, что-то я видел. Что-то можно было на... Что-то можно было заюзать. Или мне показалось. Что-то... Блин, что-то можно было, точно. Но, радует, что я еще ни разу не сдох. Прошу обратить на это внимание. Вообще ни разу. Ну ладно, идем сюда. Па. Я уже чувствую, что как будто бы ходил по этим местам. Все одно и то же. Так. Блин, может быть, мне нужно выстрелить по этим штукам? Давайте попробуем. Все, я понял. Тогда они бы жарили. Как я вовремя проверил это? Можете зарядить, заряжайте. Короче, с ним надо минами. Давай. Иди сюда. Оп! Бо-бо. Давай, нагреваемся. Нагреваемся. А! Тихо. Тихо. Мина еще одна. Все, зарядились эти. Две мины и ему... И ему издобровать. Давайте еще сделаем раз. И все. И все, у нас с вами только одна аптечка. И больше ни хрена. Опа, еще одна дверь такая. О, сразу одним... Махом две лампочки тут взорвал. Нет! О-о-о! Как он там появился передо мной? Я даже не понял. Открой мой... Пожалуйста. Куда? Прямо? Прямо. Мама. Он сейчас придет за мной. Бежим! Здесь ничего нету. Что-то работает? Что это значит? И что это, блин, значит? А, привет! Я расширил ассортимент услуг. Прошу, ознакомьтесь. О, давай посмотрим, что у тебя есть. Фух. У меня всего лишь 56 тысяч. Мы можем желтый кварц слить.
череп, сердце и кристальное сердце большое. И запчасть. Нет, погодите, запчасть пока еще рано. Мелочевка. Ясно. Я добыл для вас новые товары, мистер Уинтерс. Я хочу тебя. Как же мне тебя заполучить? А это что за барабан? А, это для револьвера. Давайте, может быть, снайперку сольем? Нет. Ладно, еще немножечко побегаем. Мы точно скоро придем, скажите, что-нибудь возьмем. Что-нибудь очень господа, дорогое купим. Еще что-то ценное. Хорошо. Мы можем теперь переместиться на какой-то другой этаж. Получается. Воу. Это что-то новенькое, да? Новое место. Мы были здесь? Я вообще уже не понимаю, где мы были, где мы не были. А, стоп, нет, мы были здесь. P1 нельзя использовать сейчас. Только B3. Все, я понял. Сам герцог находится в лифте. А значит, нам вот сюда нужно уже будет идти. Мы пойдем туда в следующей серии. Огромное всем спасибо, друзья, что смотрели. Надеюсь, что вам понравилось. Если так, поставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте во все мои соцсети. Они будут в описании. И также будет ссылка на плейлист в описании. Также будет ссылка на другие прохождения в описании. Заходите туда. Не пренебрегайте описанием. Вам будет там очень интересно и весело, потому что там много всякого крутого контента. С вами был Юджин, и всем блять!